Ну а сейчас что? Разделка сига просто. Начнем филировать и потом солить сига. Это тоже увлекательно. Итак, как я уже говорила, я вот проделываю вот такой трюк. Мне удобно держать рыбу. Так. Итак. Филе. Поехали с другой стороны. Лучше, конечно, я делаю так. Я это вижу. Так. Ну, практически ничего не остается. Но это тоже у меня пойдет супчик. Все остальное буду делать потом. Сейчас просто разделываю. Вот так я филирую, мне удобно держать ее. Опа. И, конечно же, чтобы солить рыбу на бутербродике с горячей картошечкой, с маслицем. Да это ж просто песня, ребята, это такая песня. Вы бы взяли, бы попробовали. Это невероятно, невероятно вкусно. Просто очень. Очень-очень вкусно. Вот они, красавчики мои. Это мы еще помоем, все намоем. Вот, я ее филировала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь прекраснейших филешек получилось. Сейчас мы ее будем солить. Так же, как солила лосось. Наивкуснейшая рыбешка. Ребята, вот для меня она самая вкусная вообще. Свежесоленый сиг. Это лучше, чем любая другая рыба. Гораздо лучше. Сейчас будем резать пеленки. Это мне еще нужно. И вот сейчас я накрою уже засоленный сиг, чтобы собрать с него влагу. Положу сюда еще одну пеленочку. Начну солить.
Вот, сейчас я промыла брюшки, ребрышки, все эти спиночки, позвоночники. Все промыла, все это пойдет потом на суп. А вы в это время не забывайте ставить лайки и подписываться на канал.